Каждый год на базе Федерального детского центра проводится около 70 образовательных смен. Сегодня в центре стартуют сразу три профильных смены. Проект по развитию научно-технического творчества «Индустриальный парк», смена лидеров детских и молодежных общественных объединений «Будущее начинается сегодня» и международный фестиваль «Песенка года», который проходит в центре впервые. На открытии были зачитаны пожелания всем ребятам от президента фестиваля «Песенка года» народной артистки России Ангелины Вовк. Желаю всем участникам фестиваля успехов, ярких впечатлений, удачной демонстрации своих творческих достижений, успешной работы и продолжения перспективных начинаний, открытия новых ярких талантов и горячего восторга публики. Индустриальный парк проходит в смене уже третий раз. И, как отмечают руководители проекта, благодаря их программе многие ребята смогли определиться с выбором будущей профессии. В этом году 150 человек в возрасте от 12 до 18 лет будут получать практические навыки в различных дисциплинах, определять свою будущую карьеру, учиться работать в команде, а также реализовывать свой творческий и спортивный потенциал. В этом году у нас тоже будут прикладные научно-технические, естественно, научно-технические мастерские, конечно же. Это для нас классические вещи, связанные с ракетным моделизмом, автомоделизмом, связанные с робототехникой. Но в этом году у нас есть некоторые курсы, связанные уже с творчеством инженерии. То есть мы экспериментально пригласили специалиста, который работает как звукооператор, и у нас появилась площадка синергии двух наук, скажем так, да, то есть творчество и инженерии, которую мы называем технология звука. Смена «Будущее начинается сегодня» будет насыщена мастер-классами по лидерству, целеполаганию и управлению проектами. Итогом смены станет конвейер молодежных проектов, и самые интересные получат возможность участвовать в всероссийском конкурсе грантов. В этом году мы добавили научно-исследовательскую деятельность. Мы считаем, что лидеры должны уметь проводить исследования. Участники смен полны ожиданий и готовы действовать уже сейчас. Есть и такие мальчишки и девчонки, которые в Федеральном детском центре не впервые. Для них смена – это хорошая площадка для будущих побед. Мы уже второй год на этой смене. Смена «Будущее начинается сегодня». На самом деле, я уверена, что наша смена – это огромная платформа для наших возможностей. И в этом году организаторы этой смены сделали намного больше условий, с помощью которых можем организовать здесь все, что угодно. Из-за прошлой смены мне получилось стать президентом школы. То есть благодаря смене все эти мечты у меня сбылись. Мы, наверное, научимся хорошо маршировать, так как тут нам сказали, что будет строевая подготовка. Сделаем ракеты. Так как я занимаюсь уже около 4 лет вообще моделизмом, то для меня самое близкое по душе – это будет автомоделизм. Смены стартовали. Впереди еще много новых знакомств и интересных открытий.